Начинаем смотреть постройки и мишани. Мини-игра будет, это крестики-нолики. Крестики-нолики, кто не любит. Так, такая есть штука, крестики-нолики. Ну, в самом билтоботе на Egg Hunt 2020 или какого-то года давали такую штуку, в которой можно было играть крестики-нолики. Ну, эта постройка давнишняя, когда еще не было фанеры, поэтому я построил из дерева. Так, ну ладно. Так, ну, тогда начинаем. Я крестик, я хожу первым. Надо вставить в себя клей, и, собирают ну, разморозку, ты встаешь. А, теперь фиксацию, и тебе. А нет, это я все сам могу делать. Ой, всех убрал фиксацию. Ой, заново закрути, заново. Так не пойдет. Я понял, что надо делать. Нужно садиться, ставить себя вот это, теперь убирать. Самому себе убирать заморозку. А, я понял, каждому индивидуально. Стой, а почему кот из-за меня играет? Не знаю. Так, вот я тут поставил. Я поставил, значит. Давай, сейчас фиксацию себе уберу. Стой, теперь я, потом сейчас. Давай, ходи. Куда же мне поставить? Допустим, тут. Так. А нет, стой, можно переместить? А нет. Можно. Сходил. Почему? Ну ладно. Можно? Ладно. Я просто понимаю, как ты сейчас делаешь. Ну хотя ладно, давай так. Допустим. Что ты будешь делать? Ладно, я пока подготовлю. Я, наверное, сюда поставлю, потому что значит, никакого выбора нет у меня. Ну, это понятно будет. Опять ничья у нас будет. О, ладно, да, ничья. Ну тут уже никто не победит. Так, я знаю, что ты. Эй, так нечестно. Как честно? Ура, я победил. Ну да, это так было нечестно. Я одну твою удалил и победил. Нет, а давай реально посмотрим, кто победит. Только пусть будут соревноваться ты и... Ну просто мы с тобой знаем одну и ту же стратегию, и кому-то из нас победить просто очень сложно. Да, пусть крипт. Кому-то из нас сложно победить, потому что мы одной и той же стратегией пользуемся. Занимаем три, которые всегда работают. Ну, допустим, в центре. Давай, Кримсон. Надо убрать заморозку. Вот этот кубик и убрать заморозку у двух блоков. Именно вот только у крестика. Не у всех, то все упадут. Я убрал. Ну, теперь прыгай. У массу тоже заморозку надо убрать. Так, и теперь ставь куда хочешь. Ну, массу скрывать не обязательно. Только не промахнись. Куда можно? Иди, Кримсон, готовься. Можно сюда поставить. А, все, ты сможешь Кримсона победить. Твоя стратегия будет сейчас работать. Да. Потому что если ставить вот тут. Не надо ему подсказывать. Если тут ставить, тогда стратегия не работает. Если ставить где-то вот тут, тогда стратегия работает. Он сейчас поставит вот сюда. Ты поставишь вот сюда, и ты сможешь победить либо так, либо так. Ну все, Кримсон, ты проиграешь очень скоро. У тебя нет шансов, ты не знаешь секретную стратегию. Вот смотри, давай ставь. Давай, Кримсон, ставь. Ты проиграешь. Это уже безвыходная ситуация. Так, что же можно сделать? Наверное, лучше сюда поставить. Эй! Ой, я не хотел мешать. Вот смотри, Кримсон, теперь он может поставить либо сюда... Либо сюда. И победить тебя двумя вариантами. Если ты закроешь один вариант, у него еще один останется. Все, Кримсон, тебе не победить. Давай, Кримсон, ставь. А он, кстати, обычный вариант. Он выглядит вот так. Ой, я не туда поставил. Переместить. Нет! Во, я это поставил правильно. Так. Я не даю там поставить. Нет, он там поставил. Так, ну что, все? Проиграл, Кримсон? Да, проиграл. Понимаешь секретную стратегию? Ладно, давайте дальше смотреть следующую постройку. Да. Так, следующая постройка. Тактика крестик. Это башня. Ой. А, Tower Defense или что? Tower Battles. И потом идут просто другие фигуры, которые просто делают с головы. А, понятно. А это, кстати, тоже из Tower Battles, да. Такой человек, который бьет дубинку. А, я в Tower Battles не играл ни разу. О, я похож на себя вообще. Вот это я. А почему ты не такой? Который Роблокс. Ну, я себя немножко модернизировал. А меня что не модернизировал? Я тоже можно потом выучить. Потом я тебя еще тоже модернизирую. Мне только птичку можно добавить. Кримсон, отойди из головы моей. Это неприятно. Ты видишь моя татуя? А ты стоишь там. Где? На моей голове. Вон там моя голова. Ну, моя голова. Фигурка вот этого крутого скаута, она умеет стрелять. А. Если нажать на этот рычаг. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. У него там загорается пистолет, и он стреляет. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Вообще прикольно выглядит. У него еще не он. Да, но это я и говорю. Они загорают. Еще чуть-чуть светятся. Нужны зомби. Нужны зомби. Вот дорога. Какая там у них дорога? Я зомби. Пуф-пуф-пуф-пуф. Все, я проиграл. Стоп. Я придумал. Кто-нибудь встаньте с пистолетом. Пистолет кто-нибудь возьмите. И включите ПВП, тот, кто взял пистолет. Теперь вы будете стрелять в тот момент, который я вам скажу. Вот я бегу. А, понял. Включайте тавера. Башню включайте. Пуф-пуф-пуф-пуф. Все, теперь можешь стрелять меня из пистолета. Ну, Кримсон, ты промазал. Вот тут встанет просто. Это нужно просто для примера. Типа он меня стреляет.
Я хочу дорогу еще доделать. Ну, в Тордов обычно такие круги бывают. Ой. Так, ну типа это дорога. А, стоп! Все. Еще не стреляем. По моей команде. Приготовь пистолет, Кримс. Мишаня тоже приготовь пистолет. На всякий случай, если Кримсон не справится. Ну вдруг не попадет. На всякий случай. Или если ты не попадешь. Так, ну что, готовы? Только сейчас не стреляйте, когда я скажу. Вот я бегу, дум-дум, я зомби. Пив-пив-пив, ай! А, золотой скаут меня победил. Нужна дорога из зомби. Кто хочет еще быть зомби? Кто еще хочет быть зомби? Не я. А стоп, вы знаете лайфхак, как оставить меч на дороге? Вот гарпун. Сейчас я попробую так делать. Ну, нам нужно, короче, меч на дороге оставить, чтобы он сам. Это я знаю. Не в прямом смысле этого слова. А этот солдатика наверх нельзя переместить? А, не надо. Тогда механизм сломается. Я просто дорожку повышу. Допустим, Тор де Фэнси бывает такая дорога. Меч не надо на дороге. Я не в этом смысле слова говорил. Я в смысле того, что надо вот тут делать дырку в дороге. Тут будет стоять Кримсон с мечом. Должен, видно, быть только меч. Меч нужен для того, чтобы наносился урон, как сейчас. А, ну вот. А, я понял, что ты хочешь. Ну, чтобы автоматом все это работало. Надо еще. Ай, не так же. Меня рубить не надо. Я сейчас Кримсон все объясню. Подождите, потерпите. У меня же есть идея. А можно же из такой пушки стрелять. Бьё. А эта пушка мало урона, типа ее пофиг. Ну, она тебе части сносит. Кримсон, это не надо так. А я же ПВП вырубил. Кримсон, сюда иди вот так, в яму вставай. Вот так, в яму прыгай. Возьми меч, ой, скушай конфетку. Возьми меч и повернись вперед. Ай, меня не надо, меня не руби пока. Я готов включать. Стой, пока не включай. Просто там держи меч и... Нет, возьми саблю, сабля лучше работает. Саблю бери, Кримсон. Саблю, закрываем Кримсона. Ее так руби просто саблей. Так, готов? Готовлюсь. Включай тавера. Пуф-п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 уф. Ой, стоп, надо заново. Сейчас. А я немножко его... Так, включай тавера. Пусть теряет меня, я зомби. Ой, что-то мало урона. Наверное, он на первом уровне. Ну, типа такого должно. Сейчас, давайте еще раз попробуем. Только Кримсон... А, нет, я знаю. Нет, не знаю. Я буду зомби. Давай, ты будешь зомби. Чтобы было правдоподобнее, просто можно взять и поставить лаки-блок и стать зомби. Так, ну давайте вот так тогда. Сейчас поставлю тут. Так будет лучше. Мне лаки-блок не надо. Так, а это тоже... Стой, золото нам не надо-то. Замените чем-то другим. Так, ну все. Так, теперь давайте кто-нибудь вставайте там. Кто будет зомби у нас? Я встал. Давай, беги. Кримсон, а, вон, человечек включен. Пуф, пуф. Скаут стреляет. Ой, один проиграл. Один зомби проиграл. А маленький зомби проиграл, а большой зомби прошел. У меня один хп. Мы потеряли хп базы. Давайте еще раз. Я буду боссом. Давай. Ты босс. Босс. Сейчас. Босс идет. Человечек стреляет, давай, золотой скаут. Уф, все, проиграл. А что, прикольно выглядит, как будто реально. Ай, медленнее бегите, вы что? Босс Кримсон смог пробежать. Ой, еще один зомби, а маленький зомби проиграл. Что, человечек, он стреляет? А, заново загрузи, заново. А уйдемся без сабель. Так, теперь, а нет, Кримсон, убери это. Давайте, беги просто вот так, прямо. К скауту. Я разморожу. А, давай, разморозь. Давай, сначала Кримсон. Кримсон это босс, зомби-босс. Пуф, ой, стой. Зомби-босс проиграл. Стой, подождите. Я буду маленький. Давай, беги. Маленький зомби. А как мне в тебя попасть-то? А, маленький зомби проходит. Это зомби-невидимка. Ну, так получается, идут зомби, и он типа в них стреляет. Потому что нету блоков, которые наносят урон, чтобы можно было... Но у него анимация тоже прикольная. Ай. Так, дальше. Тут еще такие фигурки, да? Только они уже ничего делать не умеют. Так, это тоже какой-то боец. Нет, это просто с головы поставил. Он стрелять уже не умеет. Тут еще один есть боец из Тобур Батл. С мечом. Типа гладиатора. Он тоже бить не умеет. А вот это кто? А это, кажется, из этого. Это командир. Командир? Ну, это твоя фигурка и моя фигурка. А, где моя шапка? Нет, тоже нету шапки. Так, давайте дальше. Вот задержались мы на Тор де Фэнси.